Международный фестиваль фантастических фильмов «Фанташпорту», который проводится в португальском городе Порту, открылся в этом году премьерой португальско-испанской ленты «Лед». Главная героиня фильма Джана – молодая испанская студентка-сценаристка. Созданный ей персонаж Катарина родилась в результате эксперимента с ДНК человека ледникового периода. Но возможно, что эта история не выдумана. В фильме снялись известные испанские и португальские актеры. Диалоги ведутся на двух языках. Говорит режиссер фильма Луиш Галван Телеш. У фильмов нет гражданства. У них нет языка, потому что воображение и мечты тоже не имеют языка. И то, что одни персонажи говорят на испанском, а другие на португальском, это часть всеобщей мечты и фантазии. Поскольку мы говорили на разных языках, нам требовалось в гораздо большей степени сосредоточиться на реакции и эмоциях, а не на словах. По крайней мере, я так чувствовал. Кинофестиваль «Фанташпорту» проводится в Португалии ежегодно с 1981 года. Здесь демонстрируются как коммерческие ленты, так и авторские фильмы из разных стран мира. После премьеры на открытии фестиваля лента «Лед» выйдет на экраны в Португалии в четверг 3 марта, а затем выйдет в прокат в Испании и в других европейских странах. Фестиваль продлится до 6 марта. Смотрите репортаж о нем в нашей рубрике «Кино» на следующей неделе, где мы расскажем вам обо всех победителях.